Чек на готовность. Баф, проверьте всю хуйню. На хп еще крик, что? Да, я в бою крик, но то ярости нет. Все готовы, можете поводу. Бля. Проведи чуть вперед. Все, стой. Достоять, а? Да. Все, стой. Поднимите на фу. Оранжевый, на оранжевый выйди. Максим. Один кто-то должен выйти, остальные станьте под босс. Сова, иди под босс. Вы поближе. Когда скажу, надо будет разбежаться. Разбегайтесь. Но не дальше, чем лок стоит. Вышли быстро. Все, на край лужи. Все, так и держи, стой, не двигайся. Может, ты лучше в подкане, ну, на того, да, подсолить? Да, на большую. Ну, если пал заберет, нам хватит. Оранжу наберите сейчас. Возможно, может кинуть. Тут хуёво работает. Это понятно, пока постойте, побейте на оранжу. Что там, у него 18%. Это на следующую руну ждем. Подбейте, да, чуть-чуть. До 100 тысяч подбейте. Так она только что появилась. Ждем следующую. До 100 тысяч подбейте и стопните фулл дамаг. Доты не вешайте. Похерешь, если единый стан, давай. На рейндж убейте, сейчас лужа будет. Тотем, давай, тотем. Шаман. Похерешь, шанка, шаман. Там будет кастовать руну туда, вот, на деревне. Руна мощи, которая будет. Можешь гейм на хп отдать. Я сдавал уже. К транкью можно, да. Поехали, руна поехали, мел. Пал, когда скажу, бабл таунт. По мелкого добейте, чего вы по-большому играете? Бабл таунт, бабл таунт. Ред. Жди, 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 жди. Забирай, забирай. Забирай, забирай. Все, дамаж. Прохил пала. Бей. Фул дэмэдж. На руну вести? Да, 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 веди, веди, веди. РДД на руну. РДД в руну заходите, веди только под край. Вот так прямо веди. Стоп, 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 разворачивай. Пал, зайди в руну, миды. Арцайл. Геро. Нет? Да, Гера, сейчас. Посмотрите потом в рекаунте, какие тычки дал. Его агро, пиздец. Сальву, 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 сальву. Блядь, пать. А что ты ушатал? Ну, он переагрил вас. Так у него криты там ебашат, наверное, пиздец. Типа крит. Давайте, крит. Может, как обычно, блядь. Смотри, босса первый танчит паладин, потому что у него набито агро. То есть ты на варе забрал у него, и у тебя не было агро на большом, поэтому он с тебя срывал. Когда мы убиваем среднего, пал продолжает танчить все равно. Да, я забрал, потому что, ну, думал, что он не успевает. И, ну, он у меня перетаунтит, я думал. Паладин сам заберет, и на протопале там... Сальва есть у протопала? Там шмотки, бля, смотри, времени не тикает.
Так, а чё шмотки? Они там... Всё, тихо, да. Просто дашь либо ретрик, сам скинешь бобом себе фулл агро, там дашь пару тычек, дашь себе боб, а там после бабы нельзя. Сальву попал, дашь ретрику, и пусть ретрик, ну, протик танчит, потому что у него набито агро, он с него не сорвёт. Ну, в любом случае, шанс того, что ты умрёшь, меньше, чем если я буду танчить. Ну, если еще ревностные до последней фазы будет проку, то будет вообще хуёво. Ты прям под первый каст отдашь полтинник, под второй там... Первый ты сам переживешь. Под второй полтинник, под третий Саня даст тебе зубы. И босс умрет. У него было 40%, там пал по нему 3 раза, да? У меня ревностный прокнул еще без с живыми, с этими мобами. Со средним. Шаман что-то не хочет поднимать на фул, да? Он по мане то ли садится, то ли просто не успевает. Урона просто много идет. Я поставил этот тотем от сил природы. Да, по скорости чуть не хватает. Сколько у паладина бабы там когда? Он нормально. Я тебе еще в мешалку и артстайл сброшу агро. Да, ты просто по КД в него кидаешь, полтанчит и все. То есть, он заберет, когда я скажу протопалу, ты дашь таунт. До этого не давай. Пулять. Припоты не пейте, выпейте потом. Нет смысла. Вадим, я там. Под большим появилось, видите, да? Большого выведи, он подведет двух под ту руну. Все, все стоят под средним, Максим на рейндж выходит. Стайл сразу по себе, после того, как у тебя заберут, сразу по себе кидай сальву. Рунжу набрали. Отведи большого, он подведет его туда, под руну. Не, забей, не надо уже. Мы не сможем стать. Просто бейте сейчас. Давай, сдавай тотем. Сейчас руна смерти будет. Ранжу наберите. Это тотем, я надеюсь, ты поставил? Ладно, похуй уже. Подхилите. Я гимн даю. Бля... У меня гимн ПД был, нахуй. У нас минус 2, да. Да я не знаю, мы не прохиливаем этот урон. Просто не прохиливаем. Я вам говорю, наберите ренджу, вы стоите все под боссом. Вот, он стоял там же, и вы просто все в луже появились. Почему вы не слушаете ничего?
Почему кто вот слышит, набрали ренджу, никто 0 урона получил. Шаман ДК стоит просто под лужей, и там же на этой же точке умирает. Просто сделайте то, что вам говорят. Вам не нужен тут ваш урон никому. Нужно выжить и все. Ну, нехило здесь прилетает, конечно. Оно дамажит по 3000, блядь, в 0,5 секунд. Я сбегаю пару минут, что ли? Давайте отдохнем. Сейчас я по нему прицеплюсь. Давайте 5 минут перерыв. Писикаки там делаете свои. Ты ДБМ ебани перерыв? Да, босса, добегите все. Поставлю. Сейчас пойду, сманите меня. После перекура.
И у вас камнем на гил есть у кого-нибудь? Не, у меня нет. Саня, там время на шмотках кончается? Мне кажется, оно закончилось. Ну, кончается, но еще 55 минут. А. Древковое же было, да? Или что там? А, жи. Да, древковое самый минимальный таймер был. Так пароль тебе растет. Три. О, отставил, сделай камень мне. Сумоните меня. Сейчас я дам тебе. В металлку? Да. Тыкайте немножко. Сейчас так же самое все сделаем, просто когда я вам скажу набрать рендж, вы наберите рендж друг от друга и от босса. Потому что руна прокает на одного человека. Если вы будете все стоять на рендже в одном фрейме, то все полутают. Просто, ну, нормально так рендже наберите, а не... То есть, ну, не дальше, чем Максим. То есть, вы должны стоять плюс-минус разрозненно, но не дальше, чем Макс. На ловкость, пожалуйста. Ну, уже 17, нормально. Литринка, ебать, секс. Це повезло. А что, у тебя туда мультика нет? Ройте, чё? У меня есть, мне там надо камни перебил. А. Да там Женьку надо было. Подожди, не может не роль там, потому что ДК в офлайне. Вы, если эти шмотки не ролите, то вы берите их лучше на item level, чтобы в танках, если вы будете тратить 25 плюс 4, вам надо item level. Отдавай кому, у кого 3 нехуёвые, там 200, эту триню, если никому не надо, на их level кому-нибудь. Кто у вас там будет в мейн составе? Женек, ты на что кидал? Вообще, Void ты на что кидал? На древковое? Так, а что древковое, если он фрост? А нам надо вообще? Может, ретрику отдадим? Слышишь, Женек? Ну, арт стайлу не надо. Все, ладно, Женьку, короче, отдам. Вот стайл топор бисовый. Запы. Он Женьку высапывал. Ему как раз нормально. Кстати, кольчуга, по-моему, как бы нормально. Шаман не хочет. Холи паладина. Не? Шапку с этого, блядь, снакса выбить. Да, дай мне очень этот пояс, типа, он получше. А? Че? Сейчас. Получше, чем. А дай мне тот обратно. Робот, ебать.
На проводе получается. На проводе. Ну, типа, я все разрулил, тут тринька только осталось. Танки у кого там 200-е триньки? Давайте дам. Чтоб, может, где-то меняли на машинах на этих. Давай вот тебе, да. Давайте убивать. Так, давайте, что там, все готовы? Глаз отдали, да. По-моему, дроиду. Совет. Глаз целый. Все готовы, фласки проверьте, там перепейте. Погнали. Рыбка там, да? Что, он роллом забрали, что ли? Да. Кого он роллом забрали? Вас? Шаман спросил, да. Что? Так он, блядь, морально же по моему спеку, ебать. Это же, блядь, по тринька для собой на фон откинул. Че, Арчи это че, да? Арчи. Женьку кулак дайте. Все запуливает. Все, давайте убиваем его. Да. Сука, убегает, тварь. Блин. Пиздаем нахуй. Это типа три брата или что, блин? Да, белоруса. Белорус. Строили собрание какое-то. Бля, все-таки надо третий спек себе дестрика иметь, потому что... Афлик везде просит. По 2 десятки. Инерс, давай мне, что это дрейк. Все, все под босса стали, Максим, вышли. На ренджу подходим. Друг от друга тоже. Отлично. Повезло. Вон уведи. Ставь шаман тотем. Давай гипс даю. Опять на ренджу отходим. С руны выведи его, выведи с руны, он у тебя в руне стоит. Да хуя лутаешь. Все, РДД подбивайте, мы, короче, так же само стоим, не подходим, потому что в любой момент может кинуться. Ревня кропнул, молодец. Там 3 стака у него, я стопку. Сейчас, возможно, будет лучше, осторожно. Еще подбейте, все, отводи, отводи, отводи. Паузу. Сейчас руну ждем подойдет, да. Да, можете подойти под босса. Когда будет каст руны, по нему заезжаем. Поехали по мелкому. С руны выведи. Как только он умирает, артстайл бабл там нажимаешь.
Артстайл нажимай. Забирай, паладин, паладин забирай. Под, ставь под лужу его, под лужу ставь. Сальву дай по ротрику. Все в лужу зашли. Яра. Все, все. Тебе надо его провести чуть-чуть вперед. Еще веди его чуть, у него баба. Еще. Все, стой, 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 все, стой. Прохил, а, блядь. Да сука. Какой урон не прохил, его веди сейчас, мы сейчас пойдем творить себе. Да, только хуля паладин можно его поднять. Я типа стою, блядь, на ДС, флешки его захиливаю, блядь, но это, ну, это хуйня полная. Флешки, да, типа, не хоря лайки. Типа, блядь, я должен щиты, давай пора, ну, пора иду нахуй, я паладина просто по себе понимаю. Я могу продолжить, типа, спектнуть шамана в Лема, блядь, паладин, ну, в улайт спектнуть в хоре паладина, нахуй, а арстайл в танк. Охуенно, ты сразу можешь бить артстайл, потому что все, я агро уже там, все, ты сальву по себе кинул, вмешательство дали, и все. Сейчас не от этого умерли, мы умерли, это вообще Павла сбрил. Его шотнуло, потому что босс кастанул каст, когда был в руне. То есть, и там, типа, уже его не поднять было. Да, еще ревно с ним, блядь, не было. Тогда, что, это, получается, поспешили? Ну, то есть он плохо его поставил. Я не знаю, зачем ретаунтить. Мы, вот я ДК водил и танчил про товар. Мы нихуя не ретаунтили, просто убили его спокойно. Танк с танка забрал, как мы делали первый раз, и не ебали мозг. Просто смотри, типа, мы делаем как по тактике. Даже если вы 25-ки будете тратить, вы обязательно должны будете отдавать дамагерам этот стак. То есть там 3 стака ханты забирают. Там так, третьего танка. Чисто танками не хватит дамеджа у вас. Да, 3 танка там. Там в 2 танка убивают. В 3 там вообще, там я не знаю, какой гир должен быть, чтобы сейчас убить там в 3 танка и не отдавая дамагер. 3 танка убивали. Вы убивали ХМ? А, нет. Ну, да, о чем вопрос? Ну там 3 минуты. Обычку там, если сейчас убить обычку, там, блядь, нехуй убивать. Это самое сложное, типа. Тут, типа, есть 3 режима, когда убиваются. И это самое сложное. Не рыбку, знаю, с первого трая убили мы с Гавайи. Потом среднего и последнего. Но это вы убили не ХМ мод. ХМ мод мы убили, последнего большого мы убили. Что ты думаешь? А, ну вы убивали первого какого? Как правильно, так и это. Вот мелкого, среднего и большого это ХМ мод. Да, я еще раз смотрел, не ХМ мод убили. Просто, блять, реально хил. Сколько там? 3 волны, блядь, за весь бой. 40 тысяч волной, блядь. Ну, либо спекать нормального хила, блядь. Как вот сказал Артстайл в танка, я в хила, а шаман Уильяма, блядь. Давайте еще раз попробуем, просто не заводи в рун. Держите пала, чтобы у него ревняк не прокнул. Он еще пока кастовать начал, он уже в руне стоит. Сейчас подождите, я баф дам. Вот, либо ты после каста его подведи. Либо вообще не подводи, чтобы милики туда не было. Потом подведешь. Главное, чтобы РДДшники там стояли. РЛК танк, короче. Может, сапрота допить там? Ну, да, я выиграл уже. Я просто все сподобил. У тебя есть банка на сапрот, тебе дать? У меня есть. Отлично. О, коня, офня. Коня, да, переставьте. Все готовы. Это голова, попадется. Пускайте. Поехали.
Миннер, давай, не друзья. Уводи большого. Подводи под лужу, Макс на рынке. Угу. Вышли. Поставила под ним. Блядь. Ну вот в тебя кастанул большой, он в луже. Почему вот паладин не выводит его из лужи? Падайте. Мне БР. Нет БР. А, хорошо. Есть. Большого еще. Паладин. Паладин. Выведи его с метки. Да, ё, 13 тысяч. Паладин, ты слышишь? Почему ты не можешь отвести его? Ты видишь, он у тебя стоит в метке. Я же отвел его от синей метки. Там ты видишь, смотри по, это, по бафу, смотри, если есть баф на нем, значит он стоит в луже. Да, там уже типа из-за геода ты хуёво мужик. Мы не будем его все равно танчить в этой. Типа мы будем за следующую, просто подальше отведи от него. Это он кидает потом в эту хуйню и просто два раза максим шотает. Потому что он ее кидает под баф. Че, мне если валема, то мне два раза. Нет, нет, пока хилишь. Но мы не из-за этого сейчас умираем. Да мы не можем все равно прохилить этот урон. Не хз. Так у меня он шотает, в смысле. Вы не прохилили где-то. Я не знаю, мы вчера вообще в три хила типа убили. Ну вы убили обычный или хм? Хм. Я не знаю, вчера у Кирилла, типа, у них так когда получилось все, не знаю, они зашли с первого трая, он даже там, блядь, урона какой, не знаю, какой-то урон был такой, вся хуйня. У него прям ёбнуло все. У нас так-то еще друид есть. Потому что ладно бы, если бы мы там до берсы доходили. Ясно было, что ДПС не хватает, а так, мне кажется, это... Тут не в берсе дело. Мы просто не сможем его продамажить, потому что у нас люди начнут умирать. Пробуем так же через... Поехали. Стоп, дай приста баф. Вы просто отводите его от руны и набирайте рейнджу. Сейчас я манопью. Ого. Ух ты, бля. Будь здоров, здоров. А, нихуя себе. Понял. Иннер, вроде сразу поехал. Ну, когда ушел, хорош.
Рэндж набрали, рэндж, убежали все. Чё, блядь? Падать. Так я уже убежал. Куда ты бежал? Где ты сдох? Посмотри, возле босса. Ну вон, да, он, наверное, жизнь. Слишком мало. 30 тысяч убивал у меня. Падать. Ой, бля. Че, давайте в 3 пробовать, да и все, хули мозг. Сейчас тоже был проблем не в фильме. Там до берсы, бля, 15 минут. Так теперь говорят, что дело не берсе. Там умрет один танк, второй заберет. И это, и вы уже добьете. Там хватает ДПС. Саня, ну что думаешь? Хилы обрыгиваются. Ну, как ты предлагаешь? Надо нечаянно спекать в хила, или ну, тебя спекать в хила нечаянно в танк? Арстайл. Арстайл. Друида. Нет, друида лучше. Не надо арстайлить, арстайл не такой танк. Ну спекните друида, попробуйте. Друида просто спекни. Я тоже. Если напал пускай заберет потом, арстайл все равно первую заберет искру, может нам и хватит урона. Сережа, шмотки с собой? А чё, расставила слабый танк, да? Лети, мы тебе присумали. Расставила, да, слабый танк для МТ. Я тебе сзади портал ставлю. Стыкни немножко. Ну и надо будет просто диспелить. Кто будет большого мишка держать? Так же самое мы все танчим, просто у нас будет третий хил вместо соло. Да, ты в танке. Рыбку хавает. У нас таких нет, говорит. Суманите. Вон тонны есть, где-то нужно меня спросить. Реги, если, короче, если сфера реги, то давайте он скрафтит. Эти каски кулак пристабов. Каски по. Ласточки проверьте, чтобы у всех были. Нечаянно есть на этот. Как он, блять? Саппорт. Пропи саппорт. Все готовы танки пулять. Води большого сразу.
Если у нас меньше дэмэджа, когда будет каст, сразу убегаете от него на максимальный рейндж. Если он начнет кастовать перед этой. Дай сейчас стану, Муротрик, дай стану. Под босса стали, шаман, стань под босса. После каста руны сразу разбегайтесь. Кастовать начнет, набирать руны. Набирали. Там летит хуйня. Женька полетела, наверное. Вот и пережили первую. После каста руны опять надо будет разбирать. Сейчас наберите рунду на всякий случай. Он как-то ее кидает, не кидает. Вот, кинул бы. Простая баба нужна. Ой, не жми. Похилите. Протопало поднять. Так, шаман, давай, ставь. Рунджу наберите. Да, еще 5 секунд будет каст руны. Лифт. У него уже сутка. Работайте по нему, сейчас скоро будет каст. Дайте бомж. Не сильно. Работаем по нему. Выведи. Двестика, надо чуть стопнуть, да? Ну давай уже добьем, там хватит. Ретри готов. Бабл каунт. Забирай, паладин, забирай. Подводи к луже. Сальву дай. Все, стой, стоп, разворачивай. Все отлично. Гера. Первый живешь. По следующей карте дашь минус 50. Я под первый, да. У него ревностная еще есть, все нормально. Да, нормально. Запас еще есть. Ну пока не надо. Поднимите его. Арт, разбей ему ебло. Под следующий дашь зубы, Сань. Каст. Вот скажите мне, я не слышу. Хорошо, я тебе скажу. 17 секунд до дебафа, нужно успеть добить. Давай, успеваем, нормально все. Я стасу как не могу, блядь, нахуй. Стасу его, блядь. Саски, блядь. Сосал, блядь. Бати Саскина. Идите от Павла, что смотрел, нахуй. Блядь, сука, ну хуй так, дайте нормального шмота, блядь. Не навалило? Квестовый итем рольте. Там, типа, пиздатый. Блядь, ну почему, ну и кольцо упало? Ай, башка, ладно. Почему башки, блядь, скин кольца, нахуй, что ебанутые, блядь? А так, и это диск на алгалоныш, да? Да. Саня, себе забирай. Окей. А я смотрел то, что с квеста там ничего, по-моему. Это спина упала? Упала спина на 2.6? Я линкую, это то, что с квеста это. А. Так, будет, так, но это... мне надо убить, типа, 4 хм мода следующего квартала, 4 охранителей. Я в галлоны еще. А, ой, сверка. Ну, а сработ упала сверка? Да, нет. Только вот вперед, отсюда и еще с кого-то. Пойдемте дальше. Куда идем-то? Назад. На Калагарна? Yes. Калагарна. Жди,
Аурия тут где находится? Она после него, сейчас минуту отойду.